Здравствуйте. В России появится национальный стандарт школьной формы. Его утвердят уже к 2020 году. На эту тему поговорим сегодня с председателем комитета по образованию Барнаула Андреем Мулем. Здравствуйте, Андрей Генрихович. Здравствуйте. Уже несколько лет прошло с тех пор, как в России более-менее устаканилась тема с введением школьной формы как таковой. Она введена. Можно ли сказать, что достигнуты те цели, которые, в общем, преследовало введение этой инициативы? Ну, первое время были, конечно, дебаты определенные. Не все однозначно к этому относились. Хотя, наверное, многие родители, выходцы из Советского Союза, прекрасно помнят, какая была форма и сколько у нее было плюсов. И, в общем-то, форма сегодня есть. Но с той разницей, что каждое учреждение имеет свою особенную форму. Я считаю, что на сегодняшний день цели, которые были поставлены, они достигнуты. Чем, в принципе, помогает учащимся и родителям школьная форма? То есть родители меньше времени тратят на ее выбор. Может быть, для детей это способ сократить социальное расслоение в классе? Какие-то еще, может быть, есть причины? Ну, наверное, эти причины, они тоже имеют место быть. То есть родителю, в общем-то, сегодня не нужно, что было раньше, думать о том, как бы, может быть, выделить своего ребенка среди других детей. И, в общем-то, это мешает педпроцессу. То есть мы понимаем, что такое стиль деловая одежда. То есть ребенок идет в школу для того, чтобы, так сказать, одежкой выделиться, да, а выделиться своим умом и знаниями – это главное. Ну, естественно, социальные вещи, они тоже имеют место быть. Мы помним, до того, как был принят закон, что иногда дети ходили в школу, это как на бал или на дискотеку. Новогодняя елка иногда. Да, да, либо это Новый год. Сегодня это деловой стиль одежды. Все-таки это положительно, на ваш взгляд, личный, влияет на учебный процесс? Конечно, мы все понимаем, что такое отвлечение внимания ребенка на уроке. То есть на яркие, там, не знаю, банты или что-то такое меньше. Поэтому учителя ребенок лучше воспринимает. Ну и нет у него, может быть, мысли каждый раз думать о том, а я нормально выгляжу, я не отличаюсь у других в худшую сторону. Поэтому психологические вещи имеют место быть. А как чаще всего происходит закупка формы? Централизованно, через администрацию школ или самостоятельно родители покупают? Ну, никакой централизации быть не может. Каждый родитель решает, где приобрести форму. Конечно, есть такие моменты, когда родители объединяются. То есть общий стиль какой-то определяют, да? Стиль и фасон определяется учреждением. В каждом учреждении это свой, и закрепляется это локальным актом. А где и у кого закупать, решает каждый родитель. Но иногда родители могут оптово заказать, ну, соответственно, это будет выгоднее только в этом случае. Периодически появляются жалобы от родителей о том, что администрации школ как раз-таки применяют определенное давление и настаивают на том или ином варианте школьной формы. Вот вам такие прецеденты известны? И если такое происходит, как с этим бороться? Ну, такие моменты, я помню, были в начале, то есть в последнее время такого не возникает. Конкретные даже фирмы советуют, может быть, если как-то связанные с директором. Да, если это локально возникает, это незаконно абсолютно, то есть родители сами должны принимать такое решение. Директор может только подсказывать какие-то варианты, где можно купить форму, может быть, где-то она качественнее и дешевле, но ни в коем случае давление быть не может. Вот когда определяют, в принципе, в формате образовательного учреждения общую стилистику, вид формы, привлекают к этому обсуждению родителей? То есть это проводится большое родительское собрание, возможно, вместе с детьми. Как это, вообще эта процедура выглядит? Итогом должен быть локальный акт, где прописаны требования к школьной форме. К принятию этого локального акта обязательно
привлекаются как родители, так и дети. А, и дети тоже. Как и дети. Это с учетом их мнения. Ну, конечно, как в любом большом коллективе, то есть есть мнение большинства, то есть большинством голосуют и принимают, какая-то должна быть форма, но есть определенные критерии. То есть нельзя выбрать форму, будем ходить там в том или ином. Это деловой стиль одежды. Вот деловой стиль одежды. Принимается цвет, фасон. Одежда должна быть обязательно безопасна, комфортна для ребенка. Поэтому после того, как такой документ принимается, ему все следуют. Хотя, если придет необходимость внести в него изменения, это тоже можно сделать. А какие-то отступления от формы, это ведь не догма, они все равно возможны, например, либо юбка, либо брюки у девушек, вот какие-то вариации на тему жакетов и так далее. Это все допускается? Нет, варианты эти обязательно есть. Предполагается, что форма может быть, в общем-то, как повседневная, так и парадная, с определенными там наклейками, нашивками, отличающими данное учреждение. И ну, варианты некоторые, конечно, допускаются, то есть в зависимости там, от температурного режима, ну или праздник это, или обычный день. А многие ли школы вообще изобретают, создают свой уникальный стиль? Потому что я видел, и шевроны есть на форме с символикой школы и так далее. Ну, такое есть, но, как правило, это школы, которые, ну, скажем так, кадетская школа, то есть форма... Как-то себя позиционирует. Да, форма, напоминающая там военную форму. Школа с каким-то уклоном, где есть классы МЧС, например, соответственно, это похоже на форму МЧС, ну, либо на классы полиции и так далее. Ну, либо просто школа, так сказать, которая гордится своим именем, своим номером, да, и могут они делать такие нашивки. А если вот сейчас ГОСТ разрабатывается и в нем предполагается ввести определенные параметры воздухопроницаемости, гигроскопичности тканей, то есть фактически это СанПин, можно ли так сказать? Да, потому что на сегодняшний день учреждение определяет, так сказать, как должна выглядеть внешний вид этой формы, а то, из чего она должна быть изготовлена, школа, конечно, не может никак рекомендовать. Поэтому в ГОСТе будет прописано требование к качеству ткани. Это все связано, прежде всего, со здоровьем детей. Поэтому ну, мы надеемся на то, что недобросовестных поставщиков, так сказать, у них не будет шансов продать форму. Но, соответственно, те, кто делает хорошую форму, они, наоборот, будут больше представлены. Может быть, у вас есть такая статистика, сколько вообще в среднем обходится комплект школьной формы сейчас, и изменится ли эта сумма вот с введением ГОСТа, может быть, более дорогие ткани появятся в требованиях или нет? Ну, ценовую политику я бы не стал озвучивать, потому что... Но она везде разная. Да, сколько стоит форма, это тяжелый вопрос и сложный. Но я считаю, что если будут требования определенные ГОСТа применяться, ну, в общем-то, поставщиков много, и на рынке они себя найдут, и условия конкуренции, я думаю, позволят все-таки, чтобы эта форма не выросла в цене. Потому что сегодня есть форма, которая, ну, как мне кажется, удовлетворяет требованиям уже ГОСТа. Как сами дети относятся? Так случилось, что у меня нет знакомых людей школьного возраста. Вот вы наверняка регулярно общаетесь не только с родителями, но и со школьниками. Как ребята сами относятся к тому, что есть требования носить школьную форму? Ну, из опыта могу сказать, первоначально, когда ее вводили, ну, тогда напряженность, она была больше, ну, больше, наверное... Это как будто наступление на какие-то свободы было. Да, может быть, у девочек, то есть воспринимали так. Считали, что они где-то ограничены, вот. Сейчас таких больших, скажем так, протестных от детей мы не видим, но из личного опыта у меня младший сын в 9 классе, вот, он иной раз, ну... Может быть, я как-то вот так вот. Я говорю, ну, вот так вот, но в пределах вот того, что договорились в вашей школе. Потому что есть правила, им нужно следовать, это дисциплинирует. Вот домой, пожалуйста, придешь, иди в кино, на дискотеку, как хочешь. Есть, например, дресс-код. Это правильно. Когда ГОСТ уже известно, когда он примет конкретные формы, мы сможем почитать по пунктам, что он предполагает. Ну, мы так же, как и вы, за этим следим и надеемся, что в этом году... Это федеральный уровень. Да, в этом году он появится, соответственно, мы после этого будем вносить изменения в наши положения в каждом учреждении, которые учтут
ГОСТ. Хорошо, Андрей Генрихович, спасибо вам большое за интересную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» был председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль. До встречи в эфире.